18 мая хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск мэрии к владельцам авторынка «Успех» об отмене права собственности на нежилые строения. Данное решение может лишить одесситов тысячи рабочих мест. Предприниматели готовы бороться. Я вижу, что неинтересен им рынок, наплевать им на людей, главное коммерческий интерес. Предприниматель с 17-летним стажем Андрей Чумак всерьез обеспокоен. Если рынок ликвидирует, средств к существованию не останется, а поднять своих четверых дочерей и обеспечить стариков-родителей без работы будет невозможно. Устроиться на новую почти в 50 лет шансы минимальны. Есть крупные фирмы, да, с высокими ценами на свои запчасти, есть официалы, и у них полный штат, и несколько сотен, даже больше тысячи человек останется без работы, если рынок уберут. А потребители тоже это почувствуют, потому что цены вырастут значительно. Когда нет конкуренции, цены растут. Решение хозяйственного суда об отмене права собственности на нежилые строения юристы авторынка готовы обжаловать. Они готовят апелляцию и жалобу на представителя Фемиды. Решение было вынесено с рядом процессуальных нарушений грубых. Судья якобы удаляет совещательную комнату для вынесения решения по ходатайствам, ранее заявленным, вышел уже с решением об удовлетворении иска Одесского городского совета. Возбуждено уголовное дело в отношении руководства управления торговли. Значит, все их действия незаконны. Предприниматели уверены, война за успех может длиться годами. Но бизнесмены уверяют, что не собираются поддаваться на провокации со стороны заинтересованных в конфликтах лиц. Юлия Долгонюк, Михаил Данилов, Думская ТВ.